Ехали мы в этот лес сегодня, наконец-то, и будем искать, что найдем. Пролетела здесь машина такая, с таким шумом военная машина. Здесь недалеко секретные части. Ладно. Машина Урал, да. Хохлаток здесь очень много. Если это на самом деле та хохлатка, про которую я Жанна рассказывала, то я сейчас попробую нарвать листику, она мне потом напишет, можно ли мне их съесть или нет. Вот такие цветочки, хохлатки называются. Век живи, век учись. Вот, красота. И здесь эти, найти, как называются эти, 40 цифры здесь на горочке оставались, две штучки, мы думали их найти. И вдруг под листиками Саша нашел шапочку сморчковую. Зато у него день рождения. Ему повезло первому. Юбилей. Мы вообще даже... Юбилей. Стой, стой, ну что ты делаешь? Вон шапочку оторвал. Маленькая совсем. Маленькая, маленькая, да удаленькая. У нас таких грибов я первый раз их есть. Ой. Только буду, никогда не ела. Ой. Сейчас посмотрим. Ой, я даже камеру от них не снимаю. Давай-ка, режь. Сейчас я буду здесь копаться и копошиться. Мы просто случайно заехали вот сюда из-за двух этих сорокоцыф, чтобы я их сняла. Посмотри, а как они выросли. Но они исчезли. А под листиками вот и у нас они, оказывается, есть. Так что Галина, ягодный гриболов, и Кристина, Кутлеса, и прочие-прочие мои подружки, вот и у нас такие грибы. Ну, Максим Королёв, вот теперь ты скажешь, что это съедобные грибы, а не то, что... Но я поеду за своими, как они называются, строчками еще сегодня поеду. Я сегодня уже, если выехала, бешеные собаки, 100 верст не крюк. Не могу оторвать экран. Буду. Ой, так, там давай. Падает он там. Вот так вот она с палкой даже. Там какой-то. Почему она с палкой? Я не знаю, между палочками. Так, не будем топтаться, надо искать. Да, жалко, у нас нет все нюха такого, чтобы по запаху их определять. Какой малюсенький. Так, ты их режешь. И мне в корзинку. Я взяла одну хохлатку. Цветочек с листочком. Так что маленький. Потом. Да вообще я впервые в своей жизни такие грибы. Я еще молодильные находила грибы впервые в жизни. Но это же вообще. А эти тоже впервые в жизни такие вижу. Они маленькие еще. Ну что поделать. Я его съем все равно. Пиццу. Это не саркосифа. Это какая-то пицца. Не знаю. И вот здесь рядышком. Я под листочком. Ой, какая красивая алая. За тобой мы, может быть, приедем. Ну, заодно. Потому что шапочки будем искать теперь. В этом месте нашли место шапочек. Я каждый год езжу вот тот лес, куда мы сегодня и направляемся. И в надежде найти какой-нибудь сморчок. И не получалось. А здесь... Ой, как красиво. Вот она растет. Пицица, пицица, забирай. Мне в салат. У меня дрожжалки черные есть. Замороженные. К ним для красоты и пойдет. Салат даже сниму на канал себе. Сделаю салатик такой завтра. Ах, какая прелесть. Так, вот, старость не радость. Вот она уже исчезла. Она уже свое отжила. Мы за тобой не успели. Ну и доживай дальше. Живи долго, живи, еще живет. На прутике на своем. Если б листик не отвернули и не нашли бы этот гриб, шапочку сморчковую, не нашли бы мы ее ни в коем случае. Как они так? Сидят на месте и глядят, вот шапочка, вот шапочка, вот шапочка, вот шапочка. А я тут уже вон сколько листьев перерыла палочкой. И нету никаких. Мне шапочек никаких даже нету. И вот хожу под мышку. Что-то я такое вижу. Саша, я нашла что-то. Посмотри. Случайно. Вот где нет подснежников, смотри.
Вон-то, ой, Саш, что-то я вижу, иди ко мне. Отметь там свою. Саш, иди ко мне. Иди, я нашла гриб. Ты заметь, ты там тоже нашел, да? Ну, на том же самом месте. Ой, Господи, Боже мой. Я клад нашла. Вот это да. Случайно, разве ж ты его увидишь. А мои девчонки сидят и глядят. И смотрят на них. Издалека. Смотри, какой большой я нашла, а. Вот я этой палкой столько... полкилометра раскопала земли, грибов нету, а тут он виден, вот. Ты смотри, какой гриб. Ну так вот, вырос тут, будет видно. Знаешь, белые грибы, боровики, легче искать, чем эти шапочки. Ты смотри, но какие. Они маленькие, потому что еще. Ну какой большой. Вылезет, этот хороший, но вылезет он еще больше, вылезет из... Не надо нам больше, вон, смотри, я вижу впереди, вон. Вон, вижу. Листик отверни. Ой, удача! Вот не ожидала. Пойду сейчас в другой лес. Так я тогда по этому лесу вообще отсюда не выйду. Конечно, поехали. Ай-яй-яй, тебе бы только ехать. Нет. Конечно. Нет. Видишь? Чего нет? Вон еще какой. Так, режь. И ножку будем есть. Я их еще не пробовала никогда. Какая прелесть. Прошлогодний гриб. Вот какой прошлогодний. Подожди, я его не поймаю никак. Вот он. Вот ты видишь, что это пухнатик. Пухнатик, да какой крупный. Он и сейчас еще пушится. Во. Да. А я с этой палочкой. Хоть палка теперь у меня. Во. Ух ты. Это ж надо, и мне повезло. Какие большие два. Но два. Весь этот лес тут перекопать, переискать все. Тут можно, конечно, поживиться. Найти. Растут, через неделю приедет. Через неделю. Я поеду рядом в лес. И за своими сморчками еще поеду сегодня. Меня сегодня выпустили, только меня. Пойдем, и увидите теперь дома. Если они даже и есть, они же все в этой траве, в подснежниках в этих. Ладно, иду, смотрю, что он там нашел мне. Палость нам крупненьких, остальные-то все мелочь. Вот, маленький какой. И то под листьями нашли. Так, берем, потому что и здесь целый лес, но мы же их не видим, они все спрятаны. Они еще растут. Растут. Разволновалась, как я хотела таких грибов. Всегда хотела их найти, и вот наконец-то я их нашла. Ну, люди ходят по красивым местам. Мы в красивые места поедем за ядовитыми строчками. Вот здесь еще места у дороги. А мы выходим, поедем. Куда и собирались ехать сразу. Моя добыча в этом лесу. И то приятно. Получили кайф. Удовольствие большое. Классно. Вот одна хохлатка. Несколько этих шапочек сморчковых. И две птицы какие-то. Типа саркосцифы. Все. Вперед. Едем. Тут километра два до нашего леса. Этот лес пока-пока. Новый лес. Привет-привет тебе. Новому лесу привет-привет.